Снимай так. Это новая коряга? Да, это я делал. Камушки вещь новая поставил. Да, классно. Кварцит какой-то там. Мозгаик, что ли, он там называется как-то. В общем, с примесями каким-то. Фактурный такой камень интересный. Красивый. А это коряга что? Дуб? Коряга нет, это что-то какое-то фруктовое дерево, корни. Там он эти сельхозземли разрабатывает и выкапывают эти деревья. Ездили там, такой пучок коряг собрали. Полный багажник. Замороченное дело, конечно, чистить его только. Коры от всего варить, вываривать. Но зато вываривали его еще, да? Ну конечно, его надо подготовить, его не просто так засунул, и все. Надо подготовить дерево. На чем там то воду красить будет, то просто гнить. Не, классно, красиво. Ну это как бы вот начальный этап такой, я его вот только на неделю переделал. Потом травка нарастет, будет красивее. Вон еще эта креветка трескает, крапива. Крапива. Креветок подкормить. Крапива обыкновенная. Да, шпаривают кипятком, они с удовольствием лопают. А это что такое? Гиацинт. Цветет при нормальных условиях, выбивает стрелку, и такие синие цветочки красивые. Еще несколько дней этого не было всего. Было все по-другому. Это я переделал, траву отдал, половину рыбок отдал. Новую-то купил. Вон, поснимай эти прикольные эти доминантные самцы вон там под этой под корягой буксуют друг на друга. Вот этот темный, и там вот еще под корягой там плавает. Они так вон периодически встречаются и начинают там друг на друга буксовать. Две партии барбусов. Это барбус олиголепис. Вот, который темный. Вот этот вот. Вон он. Это старый доминантный самец. Вот. А вот этот новый, вон он под корягой, вот он. Это, видимо, с новой партией самец. И вот они встретились и друг на друга там это... выясняют отношения, кто круче. Рыба интересная, мне понравилась.
в Пензу ездил, попались недорого относительно. Дешевле, чем я первых покупал. Решил докупить, оставить только их. Вот у меня тут штук 20 плавают. Так решил сделать в таком более природном, что ли, стиле. В природе ты на одном там квадратном метре не найдешь 4 десятка растений там и все такое. Вот мне надоел вот этот огород, знаешь, с этими с грядками. Куча всего разного. Вот решил тут оставить несколько растений. Два вида креветок и один вид рыб, и все. Несколько видов растений. Как более естественно выглядит. Плавать по кругу. Течением.